В нашем вузе состоялась встреча, на которой делегация Наманганского инженерно-строительного института и руководство Южноуральского государственного университета обсудили реализацию совместных образовательных программ. Представители из Намангана провели в Челябинске рабочую неделю, в течение которой посетили музеи и лаборатории университета, а также обзорную экскурсию по Челябинску. В планах сторон продолжить и расширять сотрудничество. Мы с вашим университетом планируем развивать совместную образовательную программу 2+2. Это значит, мы студенты принимаем по нескольким направлениям. 2 года обучаются у нас и 2 года обучаются у вас, продолжают обучение. И получают 2 диплома. И наш диплом, и ваш диплом. Мы в этом плане разговаривали с кафедрой пищевой промышленности, информационной технологии и институтом, архитектурно-строительным институтом. В этом плане мы уже обсуждали вопрос, планируем на новый учебный год еще больше принимать студентов. На данный момент по совместным образовательным программам на 3-м курсе в ЮРГУ обучается 18 студентов из НАМ и СИ, но уже в сентябре приедут новые студенты, которые будут обучаться в Высшей школе экономики и управления, Архитектурно-строительном институте и Высшей медико-биологической школе. Еще одно направление сотрудничества, вызывающее интерес у Наманганского инженерно-строительного института – научное. Аспиранты заинтересованы в проведении научных исследований и защите диссертации в ЮРГУ. Также планируется организовать повышение квалификации преподавателей НАМ и СИ на базе ЮРГУ и межвузовском обмене преподавателями, научными консультантами, аспирантами, магистрами и докторантами. Отметим, что этим летом планируется ответный визит делегации ЮРГУ в Узбекистан.